Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Подняты по тревоге. В Тотское на учение отправились ракетные комплексы «Искандер-М». Не верь глазам своим. Народные контролеры нашли молочный фальсификат на самарских прилавках. Непогода нынче в моде. Самару накрыл новый циклон. Надолго ли? Не успела Самара прийти в себя после атлантического циклона Даниэла, как непогода вновь правит бал. Вместо крещенских морозов – потепление и метель. По информации МЧС, такая погода в городе продержится еще несколько суток. Южный ветер временами будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. При этом сопровождаться будет дальнейшим повышением температуры. Вопреки традиции, что на крещение устанавливаются сильные морозы, столбик термометра не опустится ниже минус 6 градусов. МЧС напоминает, купаться в проруби в крещенскую ночь опасно для жизни. Лед на Волге слишком тонкий. Из-за снегопада на дорогах, возможно, гололедица, возрастает вероятность аварий. МЧС просит горожан соблюдать скоростной режим и по возможности не пользоваться личным автотранспортом. Большое скопление машин не только провоцирует аварии и пробки, но и мешает уборке снега. Самарские коммунальщики снегопады встретили во всеоружии. Минувшей ночью на улицах города работало более 300 единиц снегоуборочной техники. На полигоны вывезли более 12 тысяч тонн снега. Работа по очистке улиц не прекращалась и днем, в чем убедился Павел Баймаков. Итак, улица за улицей. Работы по уборке снега не прекращаются ни на минуту. Прошлой ночью на борьбу с белым покрывалом в Самаре было брошено более 300 единиц техники, часть которой закупили в прошлом году, в том числе и малогабаритной. Она, отмечает в МП благоустройства, сильно облегчает работу людям. Очень, конечно, легко стало убирать тротуары. И жители очень стали довольны. Жители подходят, все благодарят, что город преобразился, город стал лучше. Лучше, город стал чище. Улицы чистят в несколько этапов. Сперва проходят грейдеры, остатки снега выметают щеткой. И уже в конце дороги и тротуары посыпают бионордом. Он буквально плавит лед и является безопасным, в отличие от других реагентов. Чтобы не создавать дорожных заторов, днем на улицах города работает порядка 160 единиц спецтехники. Основной удар по снегу нанесут ночью. Следующая ночь также будет выход основной техники. И большой акцент будет сделан на вывоз снега, потому что вначале весь снег прибивается щетками прилотковой части, а ночью уже выходят лаповые снегопогрузчики для его погрузки в самосвал и вывоза на полигон. Эффективность работы в этом году существенно повышает и новая схема по очистке и вывозу снега. По поручению главы Самары Олега Фурсова, работы ведутся в тесном взаимодействии служб благоустройства и управляющих организаций. Снег сдвигается с тротуаров и дворов, а затем его собирают и вывозят дорожные службы. С начала зимы на снежные полигоны в Самаре вывезено более 200 тысяч тонн снега. И это, уверяют коммунальщики, не предел их возможностей. По их словам, готовы к любым зимним капризам погоды. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Ракетная бригада Центрального военного округа, на вооружении которой находятся оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», в ночь с воскресенья на понедельник была поднята по тревоге и приступила к выполнению учебно-боевых задач. Подразделение сейчас совершает марш в назначенные районы на Тотском полигоне в Оренбургской области. В ходе проверки командование оценит выполнение нормативов маршевой подготовки, слаженность действий расчетов, способность оперативно решать поставленные задачи. Напомню, «Искандер-М» – оперативно-тактический комплекс, который оснащается как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Боевое применение комплекса возможно в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию на расстоянии до 500 километров. «Аист» летит на восток. На этой неделе на космодром «Восточный» доставят из Самары малый космический аппарат «АЭС-2Д» с наноспутником на борту. Первый запуск ракеты-носителя «Союз» может состояться весной этого года. Более точных сроков в Роскосмосе пока не называют. «АЭС» в первый полет провожала Ольга Морозова. Но это макет, вы имеете в виду? Спутник гораздо больше. В 10 раз больше настоящий, да. А первые «АЭСы», которые летали, они примерно вот такие как раз по размерам. И там вот солнечные батареи, которые здесь уже стоят полномасштабно, они проходили испытания.
На ЦСКБ «Прогресс» готовят к отправке ценный груз. Ракета-носитель «Союз» космодрома «Восточная» весной должна вывести на орбиту малый космический аппарат «АЭСТ-2Д». Самарские ученые в шаге от того, чтобы наладить промышленное производство нового аппарата дистанционного зондирования Земли. На борту спутника установлен мощный телескоп и 6 видов научной аппаратуры. Доверие и правительства, и президента, то, что мы открываем и первую техническую позицию, первую стартовую позицию на космодроме «Восточный», и то, что нам доверена первая пусковая кампания. Это ракетоноситель «Союз-2-1А», адаптированный к космодрому «Восточный», это наш разгонный блок, это наш космический аппарат и АЭС-2Д. Уникальный научный комбайн, как называют спутник АЭС-2Д, поместился в такой небольшой контейнер. Он весит чуть больше полтонны и несет с собой огромную научную и прикладную ценность для народного хозяйства. Всю информацию, которую АЭС передаст на Землю, будут обрабатывать сотрудники ЦСКБ «Прогресс» вместе со студентами. Студенты вместе с сотрудниками научного центра будут фактически управлять спутником Земли. АЭСТ унесет на орбиту еще и студенческий наноспутник. Ежегодно в разных странах мира запускает до 50 таких миниатюрных космических аппаратов. Если запуск пройдет удачно, планируют создать международный кластер по запуску наноспутников с космодрома «Восточный». Это аппараты 10 на 10 сантиметров, и они могут собираться там. Два таких кубика, три, четыре, как лего собираются. И в них закладываются различные функциональные возможности для изучения космического пространства. Обучение через исследование – это принцип исследовательского университета, который должен опираться на ведущие аэрокосмические предприятия. Вот это у нас создано в Самаре. Такого в мире практически нигде больше нет. АЭС-2Д вместе с пусковым комплексом отправят на Восточный в начале этой недели. На самом космодроме сотрудники «Прогресса» уже приступили к подготовке старта ракеты-носителя «Союз». Ольга Морозова, Алексей Золотенков. События. На страже прав потребителей. Эксперты бьют тревогу. Самарские продуктовые прилавки завалены молочным фальсификатом. Причем понять, что перед тобой – натуральный продукт или подделка – часто может только специалист, вскрыв красивую упаковку. Каким производителям не стоит верить на слово, знает Валерия Макарова. Контрольная закупка в самарском магазине показала, из 29 молочных продуктов 22 – фальсификат. В их составе эксперты Россельхознадзора обнаружили растительные жиры. В настоящем молоке или масле их и близко быть не должно. И пальмовая кислота, да, присутствует. Из норматива мы видим, что максимально это от 22 до 33. Соответственно, здесь пальмовое масло у нас 37. Закупку проводили специалисты Россельхознадзора и народный инспектор из общественной организации «Росконтроль». Для проверки выбрали молочную продукцию самарских производителей и соседних регионов. В итоге в списке нарушителей оказались и известные марки. Сметана, кефир «Моя Маруся», сметана «Елховская», йогурты и клубника со сливками «Красава». Все эти материалы есть уже в управлении Россельхознадзора. Я думаю, что в ближайшее время они будут возбуждать административные производства по данным фактам. Сумма только одного штрафа за подобное правонарушение не менее 100 тысяч рублей. Причем стоит один раз производителю попасть в черный список, следить за ним начнут пристальнее. Эти предприятия, на которых выявили фальсификат, поставили на усиленный лабораторный контроль. И согласованные с органом прокуратуры их проверки, ну, соответственно, будут оштрафованы. Такие совместные проверки Росконтроль устраивает ежемесячно, чтобы нерадивые производители не расслаблялись. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Дым без огня. Губернатор Николай Меркушкин прокомментировал декабрьскую шумиху, поднятую некоторыми СМИ. Выяснилось, что, вопреки сообщениям, не было заведено ни уголовного, ни административного дела. Московская комиссия не нашла состава преступления. По поводу того же шума декабрьского. Сегодня, насколько мне известно, принято решение, что никакого уголовного дела там нет. Даже уголовного дела никакого нет. А нашлись люди, которые в том числе ввели в заблуждение правоохранительную систему, подготовили людей подготовили с искаженными, скажем, фактами и так далее. В итоге московская комиссия, московская группа, когда посмотрела, когда сделали вместе с нашими, и выяснилось, что там
ничего нет. Это заявление глава региона сделал на ежегодной церемонии вручения премии губернатора. Награды получили лучшие корреспонденты региона по итогам 2015 года. Среди лауреатов конкурса и журналисты телеканала «Самара ГИС». Валерия Макарова продолжит. В зале цвет самарской журналистики. Перед вручением наград губернатор Николай Меркушкин отметил необходимость сегодня таких встреч. Для нас, для власти, это исключительно важное мероприятие. Встреча с вами, обсуждение определенных проблем, подведение итогов. Удалось нам достаточно много сделать в этих условиях. Это тоже жилье, которое работает и сегодня, будет работать на долгие-долгие годы вперед. На благо людей, те же дороги, это те же детские садики. Оперативные новости – заслуга целой команды. Но запоминается зрителю именно тот, кто в кадре. Работу ведущей программы события Виктории Шаре отметили дипломом второй степени. Лицо любого телеканала – это новости. Меняется время, меняемся мы. И, конечно же, очень приятно, что наша работа была отмечена. И я уверена, что когда награждают ведущего новостей, то, конечно же, награждают тем самым весь коллектив. Еще одну награду, уже высшую в номинации «Реформа ЖКХ», получила автор и ведущая программы «При своем мнении» Инга Пейнер. В этой номинации она побеждает уже третий год. Вообще тема ЖКХ, она по-прежнему остается злободневной и актуальной, да, и немного проблем, и здорово, когда с помощью, так скажем, журналистики эти проблемы можно решать. И поэтому, ну, на мой взгляд, вот эта премия, это как бы как раз показатель того, что что-то удается сделать, а значит, мы не зря работаем. Телеканал «Самара ГИС» верен своим зрителям. Мы и дальше будем следить за событиями в городе, рассказывать вам о важных новостях. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. За выходные экономическая ситуация радикально изменилась, жаль, не в лучшую сторону. Расстановку сил между рублем, долларом и нефтью знает Андрей Трой. Здравствуйте! Доллар за 80 уже не за горами. Нефть продолжает бесславное падение, а вслед за ней по наклонной катится и рубль. На 19 января Центробанк установил курс доллара США на отметке 78 рублей 66 копеек. За выходные доллар взлетел на 2 рубля. Курс евро 85 рублей 62 копейки и тоже рост более чем на 2 рубля. Золото стоит 2661 рубль за грамм, серебро стоит 34 рубля 51 копейку за грамм. Нефть катастрофически снижается на фоне снятия санкций с Ирана и снижения экономик США и Китая. Бочка сорта Brent сейчас стоит 29 долларов 4 цента. И несмотря на цифры, правительство страны уверено в росте российской экономики в нынешнем году. А в Минфине уверяют, что резких скачков курса рубля не ожидают. На сегодня это все. Удачи в делах. А теперь о приятном. Как одевались девушки в 19 веке, какие украшения были в моде и какие правила этикета нужно было соблюдать. Об этом рассказывает выставка «Девочка-барышня-дама», которая открылась в доме музея Ленина. В экспозиции больше сотни редких экспонатов из личной коллекции москвички Татьяны Макеевой. О том, чего не могла себе позволить настоящая светская дама, расскажет Лариса Шалафаст. Старинные платья, украшения, книги, дневники, фотографии. Все эти предметы рассказывают о жизни женщины в 19 веке. Каждая вещь по-своему уникальна. В то время даже зубную щетку делали особенной, не похожей на другие. Все экспонаты предоставлены из личной коллекции москвички Татьяны Макеевой. Среди экспонатов есть и личные вещи ее прабабушки Марии Руне. Без фенов, плоек, телефонов и мультиварок женщины 100 лет назад умело вели хозяйство и воспитывали детей. Причем требования к внешнему виду были высокими. Представительницам среднего класса нельзя было выходить на улицу без перчаток и ходить весь день в одном и том же наряде. До 7 раз приходилось переодеваться, это минимально, потому что к завтраку одно, там, значит, потом выйти, там, распоряжение отдать в другом, там выйти на улицу, в магазин, на бал или еще, это все время нужно было переодеваться. Поведение женщины той эпохи тоже отличалось. Правила этикета соблюдались неукоснительно, девушек воспитывали в строгости. Но все равно, чтобы общаться с молодыми людьми, барышни шли на хитрости. Особое внимание в 19 веке дамы уделяли вееру. Существовал даже целый язык. Так при помощи слегка открытого веера незаметно дама могла пригласить кавалера на свидание. Погрузиться в давно ушедшую эпоху, которая для нас окружена ореолом романтики, можно будет до начала весны. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Сейчас коротко о других темах дня.
В Следственном комитете России выясняют обстоятельства аварийной посадки самолета Boeing 737-500 авиакомпании UTR. Самолет вылетел из Москвы и вынужден был приземлиться в Самаре фактически на одном работающем двигателе. Второй был выключен. На борту находились 43 пассажира и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. В Самаре напали на медика, пытавшегося оказать помощь пострадавшему во втором часу ночи в районе ресторана на улице Тухачевской. Для женщины вызвали скорую. Когда прибывшие медики стали заниматься с пациенткой, одна из ее знакомых вступила в конфликт с фельдшером и напала на медика. Сотрудница скорой помощи получила травму грудной клетки и живота. После конфликта фельдшер осталась работать и продолжила выезжать на вызовы. Сегодня утром в Самарском областном суде рассматривали апелляционные жалобы по делу известных блогеров Олега Иванца, Дмитрия Бегуна и Натальи Мироновой. Жалобы Бегуна и Иванца судья не удовлетворил. Они остались под арестом до 29 февраля. По Мироновой решение принимается. Напомним, блогеров задержали в конце октября прошлого года. Их обвиняют в вымогательстве 3 миллионов рублей за неразглашение информации. 19 января в 9 утра в Самаре стартует прием заявлений в первые классы гимназий и колледжей. Документы будут принимать 17 учебных заведений. В остальные школы прием заявлений начнется 29 января. Документы будут принимать от граждан, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. Тропический улов в Самарской области. Житель села Падовка на обычную удочку поймал в реке Самара африканского сома. 35-сантиметровая рыба по количеству усов даст фору любому волжскому собрату. Именно форма усов и помогла определить уникальность улова. Африканского сома уже давно и успешно разводят в частных и государственных рыбоводческих хозяйствах страны. И, судя по всему, именно из одного из них сбежал пойманный в Самаре трофей. Уже во вторник, 19 января, вновь за парты вернутся ученики 6-й Самарской школы-интерната. В этом заведении занимаются и живут дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Из-за коммунальной аварии, случившейся на новогодних праздниках, каникулы пришлось продлить. Обучение, правда, велось при этом дистанционно. Сегодня все трудности уже позади. Марина Кравцова на месте выясняла, как идет ремонт. Зимние каникулы у воспитанников Самарской школы-интернат номер 6 продлились на неделю дольше положенного. Причина – две аварии на сетях отопления на чердаке спального корпуса. Первый порыв произошел ночью на 5 января, второй – 10. Хорошо, что на время каникул ученики разъехались по домам. Коммунальное ЧП устранили в экстренном режиме. Кроме замены труб, пришлось просушить спальни на третьем этаже. Также потребовался и ремонт отопления в столовой. Сейчас, в общем-то, отопление очень хорошее. Помещения у нас, в общем-то, в основном все просохли. Теперь перешли на пищеблок. Сегодня должны закончить, завтра приступим к занятиям. Ремонт не помешал учебному процессу. Задания давали дистанционно. Бабушка четвероклассника Наталья Станаженко делится, вместе с внуком повторяла школьную программу. Мы занимаемся дома. Ну, конечно, не все там 5 часов, как в школе, немножко поменьше. Но также делаем русский, математику, окружающий мир, немецким занимаемся. Особых неудобств вот лично ученики нашего класса, с кем-то я в родительском комитете, мы поддерживаем связи, практически никто не испытывал, потому что мы обмениваемся заданиями, темами. Сложность действий по устранению аварии обсудили на совещании в городской администрации. В здании школы-интерната десятки лет не было капитального ремонта. Полностью обновить систему отопления планируют этим летом. Проектно-сметную документацию уже составили. Здание с 61 года, ему 55 лет. Оно, конечно, находится в достаточно таком, непростом состоянии. Почему долго дети не выходили на учебу? Во-первых, сырые помещения, их просушивали там, где они живут. А во-вторых, подрядчик выполняет дальнейшие работы, выполнял в течение этих 5 дней. К занятиям воспитанники вернутся 19 января. Пока идет косметический ремонт в нескольких спальнях на третьем этаже, детей разместят в игровых комнатах на первом. Спать дети будут на новых матрасах. Их вместе с постельным бельем закупили еще в конце прошлого года. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, «События». В Самарском зоопарке праздник. Бурый медведь Умка отмечает совершеннолетие. В этом году на день рождения сладкоежке преподнесли подарок – торт с кремом. Лариса Шалавас тоже поздравила именинника.
Вот он и стал совершеннолетним, бурый медведюнка из самарского зоопарка. Это для человека возраст юный, у животных год идет за два. Так что Умка уже серьезный мужчина в самом расцвете сил. В среднем медведи живут около 40 лет, так что у Умки еще вся жизнь впереди. В спячку, как его дикие сородичи, бурый великан не впадает. Очень уж в зоопарке комфортные условия. Зимой сейчас вот он у нас в полудреме, как медведь-шатун. То есть он сам не спит вот прям, то есть может там сутки, двое проспать, но обычно покушать он всегда встает. В самарский зоопарк Умка попал трехмесячным медвежонком. Весил тогда всего 5 килограммов, сейчас уже больше 300. Кормят Умку дважды в день. Как и все медведи, он большой сладкоежка. В обычный непраздничный рацион Умки входят овощи, фрукты и каши. Чтобы насытиться, медведю в день нужно съедать не меньше 18 килограммов. Характер у зверя миролюбивый, гостям рад, особенно если они несут ему угощение. Вот и в день рождения Умка специально проснулся, чтобы полакомиться тортом. Он такой хороший медведь. Главное сейчас, если все звери будут счастливы, и мы тоже. Хоть возраст уже серьезный, Умка по-прежнему одинок. Для пары медведей в зоопарке мало места. Поэтому, отметив день рождения в кругу поклонников, Мишка снова отправился на боковую. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, события. Музыка не была для нас работой. Мы стали музыкантами как раз для того, чтобы не работать. Одно из самых известных высказываний Пола Маккартни поклонники «Ливерпульской четверки» цитируют до сих пор. И особенно часто в середине января, когда во всем мире отмечают День Битлз. Именно в это время, в 60-е, в Англии открылся клуб, где группа, вскоре ставшая легендарной, дала первый концерт. С тех пор в битломании заболел весь мир и не выздоровел до сих пор. Так в чем секрет магии музыки, которой не суждено состариться? Самарских фанатов расспрашивала наш корреспондент. Поэты поколения, герои эпохи, легендарная ливерпульская четверка в начале 60-х покорила сердца миллионов молодых людей. Эти парни с электрогитарами произвели фурор. У них был свой, особый стиль. За пару лет битломания захватила весь мир. Несмотря на железный занавес, о знаменитых «Битлз» узнали и в СССР. Тысячи фанатов настраивали приемники на иностранную радиоволну, чтобы услышать любимые композиции. Песни «Битлз» Владимир Снопов впервые услышал в 60-х. Для советского подростка это был культурный шок. Не по радио, по советскому, естественно, ни по телевизору, ничего подобного не было и не могло быть. Это был просто шокирующий противовес тому, что мы видели на официальных СМИ. И это просто притягивало. В квартире битломана со стажем настоящий музей. Плакаты, журналы, часы и даже матрешки посвящены любимой группе. Особая гордость – коллекция дисков и пластинок. Одну Владимир хранит особенно бережно. Этому винилу больше полувека. Мне пришлось его отмыть, склеить по возможности, хотя вот видны еще тут лохмотья. Я его даже не слушаю. Только смотрю и опять ставлю на полку. В то время, чтобы добыть записи, «Битлз» приходилось отдавать больше половины зарплаты. Фактически все это было и как бы из-под полы. Все было из-под полы. Вот. Пластинка тогда стоила, значит, примерно где-то 60, 70 или 80 рублей, да, при зарплате в 120. Хотя группа распалась в 70-м, музыка ее живет. В Самаре еще в 90-х создана «Битлз-ассоциация». Она объединяет несколько сотен человек, проводит концерты и выпускает собственный журнал. Для них, как и для тысяч поклонников по всему миру, музыка легендарной ливерпульской четверки – неотъемлемая часть жизни. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!